would start with your assessment at the moment of the situation at the contact line and in the security zone. The trip is always the meeting after my last trip, so I'm able to reflect. And I'm looking forward to have a fruitful meeting with both of you generals today. Если в январе мы отметили, зафиксировали 24 случая применения 120-миллиметровых минометов, то за половину февраля уже 48. На Луганском направлении в январе. Вот то, что мы имеем на Луганском направлении за половину февраля. По вчерашнему обстрелу очень сильно пострадало в Пицартине. Местные жители говорят и рекомендуют нас Это 15-я школа? Да, это 15-я школа. Это единственная школа на поселке. Ни выезда, ничего нет. Просто нас хотят похоронить и все. Do you have a doctor in the village or an ambulante? Нет, ничего нет. When did it start yesterday? Это вчера началось? Это всегда начинается на у нас вечер. Your neighbors are still around or lots have left? Как ситуация? Вот соседи еще тут на местах или уже поезжали? Уже поезжали. Осталось там он два соседя по улице. Ну они и сегодня в их дом бог разбило. Они уже час туда уехали. You and your daughter and your house and your village should not suffer from this. Когда была буферная зона, наш поселок не страдал. Сейчас на данный момент поселок постоянно подвигается к